описание — это точная копия паровозика Томаса. А вот и эта дорога, именно по ней ездит Томас. Томаса пока что не видно, посмотри! Господи! Ты что творим? Про меня зовут царь Дионис. И бро, сразу же, бри, подписывайся на мой канал, чтобы выступить в мою суприм банду. Ведь, бади, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной бади на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Ты суприм банда, вы не поверите, где сегодня мы находимся. Мы приехали на заброшенную железную дорогу, где уже более года не ездят поезда. Но люди из соседних поселков утверждают, что все еще слышат звуки паровоза. А некоторые даже видели его вживую. Они говорят, что этот паровоз ездит без водителя, а его передняя часть похожа на лицо. А описание — это точная копия паровозика Томаса. И именно поэтому, банда, мы сегодня приехали сюда, чтобы снять его на свой дрон и увидеть вживую. Вы только представьте, живой поезд — это же полная жесть. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 20 лайков. И тогда, банда, мы с Настей возьмем нашу камеру и вдвоем отправимся к этой железной дороге. Исследуем ее полностью, возможно, даже увидим своими глазами этого Томаса. Так что, банда, скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. И в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись, даже напиши на директ и все, жди. Уже если скоро мы ответим именно тебе. Так что, банда, давай, ссылка в описании, ставь лайк. А мы уже запускаем наш дрон, чтобы снять этого паровозика Томаса. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже подлетает к этой железной дороге. Мы специально залетаем со стороны поля, чтобы Томас нас не услышал. Потому что, возможно, он может испугаться и просто убежать. И тогда уже мы никак его не снимем. Окей, по идее, железная дорога находится за этими деревьями. Я впервые в этой местности, не знаю, что и как здесь. Но я уверен, что железная дорога там, потому что уже немного видно. А еще видно какое-то здание. Это вокзал? Хотя больше похоже на обычный жилой дом. Неужели здесь живут люди? Возможно, именно эти люди и видели Томаса вживую. Это такая жесть, это реально обычный жилой дом. О, господи, а вот и эта дорога, именно по ней ездит Томас. Хотя она видна довольно свежая, как будто здесь ездит не один поезд, а много. А вдали, похоже, виднеется вокзал. Тот самый заброшенный вокзал, о котором нам говорили. Нам один какой-то алкаш говорил, что там живет призрак. Окей, тем не менее, банда, мы сегодня здесь не за ним, мы сегодня за Томасом. И там реально есть дома, то есть прям здесь живут люди. И они слышат паровозика Томаса. О, господи, мне просто в это не верится, банда. Он тот самый вокзал. Если вдруг наберем 20 лайков, то мы тогда туда зайдем. Окей, банда, тем не менее, не нужно забывать, что Томас очень быстрый, очень большой. Снять его будет довольно тяжело. Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сегодня его увидеть. И, возможно, даже увидеть его настоящее лицо. Это же будет полная жесть, банда. Мне просто в это не верится. Окей, Настя летит еще в какие-то кусты. Мне почему-то кажется, что Томас может ездить не только на железной дороге, но и на обычных дорогах. Он же Томас XL, он очень опасный, не такой, как обычные поезда. Надеюсь, что он будет ездить только на железной дороге, потому что на обычных дорогах мы никак не сможем его снять. Тем не менее, банда, Томас появился совсем недавно. Это новый монстр, о котором узнали вот только что. И уже некоторые блогеры успели его снять. А еще забыл сказать, мы расспросили людей в соседних поездах, чтобы они рассказали о этой железной дороге. И они сказали, что за эту неделю уже пропало без вести трое человек. И мне почему-то кажется, что это проделки этого Томаса. Он просто их убил и сожрал своим огромным ртом. Тем не менее, банда, мы попытаемся сегодня его снять. А это видео отнести в полицию, чтобы его поймали, уничтожили как-то. Чтобы он больше никого не убивал. Окей, тем не менее, мы пока что его не видим. Нету никакого Томаса. Но эти пути, они очень свежие. Как будто на них ездит очень много поездов. Хотя мы еще не видели ни одного. Это очень странно, банда. А еще наш дрон почему-то так плохо летит. Что-то мешает сигналу. Неужели это Томас? Поблизи же нету никаких вышек. Неужели Томас где-то рядом? Нужно срочно облетать всю эту местность, чтобы заснять его. Я очень надеюсь, что мы сможем его снять. Он огромный, очень страшный. Даже не знаю, как я с ним буду встречаться в реальной жизни. Потому что может запросто меня убить. О, господи, просто посмотри, какая красивая железная дорога.
И на этой железной дороге живет Томас. Почему-то, когда смотришь на эту железную дорогу, сразу видно, что здесь присутствует какая-то жесть, какая-то мистика. Она очень мистическая. По виду этой железной дороги можно сказать, что здесь реально живет какой-то маньяк. Тем не менее, Настя все облетает, пытается хоть немного все снять. С дроном что-то происходит, начинает лагать. Он просто становится неуправляемым. Неужели это все из-за Томаса? Он где-то рядом. Но погодите, железная дорога реально очень новая, она свежая. Неужели нас просто обманули? Но зачем взрослым людям нас обманывать? Только посмотрите, она реально действующая, железная дорога работает. По ней видно, что она не заброшенная. Вот левая колея, по ней видно, что она заброшена полностью в зарослях. Посредине и справа они действующиеся. Они работают, зачем людям нас обманывать? Я не понимаю, в этом же нету никакого смысла. Зачем все это? Она реально работает, по ней видно, что она работает. Это очень странно, банда. Томаса пока что не видно, посмотри! О, господи! Ты видела это? Это же был паровозик Томас! Он реально проехал здесь! О, господи, нас все-таки не обманули, банда! Он так быстро проехал, куда он делся? Его нигде не видно! Это такая жесть, вы видели его? Он огромный, быстрый, полностью синий! Это был реальный паровозик Томас! Это просто жесть, скорее лети за ним, мы должны его снова заснять! Да хорошо! Это просто жесть! То есть железная дорога все-таки заброшена! А то, что она выглядит, но в этот паровозик Томас по ней ездит! Все так, как я говорил ранее! Это такая жесть, банда! Окей, попытайся как-то смешаться с травой, с кустами, чтобы он тебя не заметил! Возможно, он слышит дрон, но не будет понимать, где он! Вы только вдумайтесь, мы реально сняли паровозика Томаса Икзе! Это настоящий убийца! Окей, Настя пытается немного смешаться с травой и с кустами, чтобы он не увидел наш дрон! Теперь мы сможем это видео отнести в полицию, чтобы они увидели, кто на самом деле совершал все эти убийства! И Томаса, возможно, уничтожат! Окей, тем не менее, банда, если это вдруг не сделает полиция, то это сделаем мы с Настей! Мы сделаем не у куклу Вуду! Так что скорее пиши в комментарии, если вдруг ты хочешь куклу Вуду на Томаса! Мы обязательно это сделаем! Окей, Настя уже понемногу смешивается с кустами! Надеюсь, что Томас не увидит наш дрон. Это такая жизнь, он поехал куда-то в правую часть. Нам сегодня обязательно нужно заснять его лицо. Мы должны увидеть его настоящее лицо, банда Томаса Икзе. Это же полная жесть. Окей, Настя становится около кустов, и пока что ничего не видно. Черт, посмотри! Это был он! Снова Томас Икзе, банда, вы видели это? Он проехал в обратную сторону. Это такая жесть, он реально существует. Мы все-таки смогли его заснять в реальной жизни. Мы обязательно сделаем на него куклу Вуду, потому что мы обязаны отомстить за тех людей, которых он уже убил. Это такая жесть, банда. Надеюсь, что он хотя бы нас не убьет. Он не узнает, где мы находимся, потому что мы довольно недалеко от этой железной дороги. Он может запросто к нам приехать. О, господи, дрон очень сильно страдает во время этой съемки. Почему-то Томас очень странно на него действует, он просто лагает. Это такая жизнь, банда, что с ним, посмотри! Господи. Это был снова Томас, и сигнал пропал! Только не это! О, все разлагало, но где Томас? Он снова просто исчез, банда! Он ехал по этой заброшенной колее, на которой уже не ездят поезда! Это такая жесть, мне просто в это не верится! Томас реально существует! О, господи, куда он теперь делся? Окей, тем не менее, банда, теперь мы просто должны заснять его лицо. Нужно как-то стать дроном так, чтобы мы смогли рассмотреть его. Старайся снимать полностью правую часть, потому что он поехал куда-то туда. Мы должны его увидеть, банда. Возможно, банда Тома сейчас находится на охоте. Именно поэтому он ездит туда-сюда. Он голодный, ищет себе очередную жертву, которую он сможет убить и съесть. Это ужасно, банда, потому что другого варианта я не вижу, почему он ездит туда и обратно. Он просто хочет есть и кого-то убить. Окей, пока что еще его не видно. Настя пытается лететь и снимать только правую сторону, чтобы заснять его лицо. Нужно опуститься немного ниже. Такая жесть, банда, мне просто в это все не верится. Мы снимем реального Томаса Икзе. Это настоящий маньяк и убийца. О, господи, банда, мне прям чуйка, что он сейчас где-то здесь проедет. Просто посмотрите. Это то здание, мы около него, около того дома. И сейчас где-то здесь будет ехать Томас. Господи, я так надеюсь, что нам удастся его снять. Пока что я не вижу его. Где же он делся? Это такая жесть. Посмотрите, банда! Это он, наш дрон реально его снял! Там было его лицо и сигнал пропал! Я просто...
просто в это не могу поверить, у меня нету слов. Мы увидели настоящее лицо Томаса. И сигнал вернулся, но где сам Томас? Он просто испарился. Он очень быстрый, Бад, он может запросто убежать. Что он сейчас здесь сделал? Окей, тем не менее, думаю, что уже пришло время улетать отсюда. Здесь слишком опасно. Томас может услышать и увидеть нас в троне, просто поехать за ним. Быстрее улетай, Настя. Это такая жесть, Банда. Мы сегодня сняли реального Томаса Икзе. Мы не должны были этого делать, но мы это сделали. Очень надеюсь, что вы уже поставили лайк. А также проводком тест от прошлого видео. Просто такие шикарные дианчи комментарии. А брось вдруг ты хочешь попасть в следующее видео. Всего лишь нужно опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, брат, уже на видео. Лайкнуть какому-то видео, бандит. И также поделитесь с вами про наши инстаграмы, где мы общаемся со всеми вами. Подписывайтесь на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme Банду. Так что, бандит, давай, ссылка в описании, ставь лайк. И помни одно, оставайтесь таким шикарным. Пока!